морю. Но это не совсем песчаный, здесь галечный пляж. Можно собрать устриц, морепродукты. Это яйцо страуса. Это для бани, короче. Ребят, смотрите, какой шикардос. Быстрее, быстрее, быстрее. А, здесь ноги спали. Или это не спасать себе. Жарим картошку. Там Япония, там Корея. Идут сборы. О, что тут, это волшебство, реально. Я ядерная вода. Фукусима мы его назвали. Эффект Фукусима. Ждем парохода. Да, ребят, у нас через 10 минут отправления. Короче, Робинзона мы как Робинзона заразили. Чайку что у нас? Взяли палатки, коврики, все, что с русского. Одеяло, спальник. Да. Ну, на самом деле тут все рядом. Да? Вот мы сейчас то с песчаного, с красных камней минут 20 потратили, дошли, забрали у Рейси Николаевны вещи. И пошли. 30-40. Ну, 30-40. И в эту же сторону, в другую же. Совершенно вот мы дошли уже. Столько же еще. Столько же идти до песчаного пляжа. Угу. Ребят, ну, в общем, вот. Вышли мы к морю. Но это не совсем песчаный, здесь галечный пляж. Песчаный он как раз таки чуть подальше находится. И сейчас мы прогуляемся, посмотрим, что там. И уже решим, где точно разбивать палатку. В общем, шагаем туда. Вещи здесь оставляем и идем туда. Да, вещи оставляем, потому что подустали таскать их, да, берем только купальники. Сейчас там на песчаном искупаемся. А здесь именно галечка. Ты прям по берегу пойдем, да? Кстати, ребят, здесь устрицы, ракушки всякие. А, это ракушечный пляж. Это ракушечный пляж. Нам же говорили. Да. Это ракушечный пляж. И здесь можно, в общем, собирать устриц, ракушек всяких. Они здесь уже вот сейчас видно, что там. Вот их видно. Вон лежат. Целые или нет. Потом придем, посмотрим. Ну вот, вода. Холодненькая. Холодненькая. Здесь холоднее, да? Я не знаю, может это так кажется. Ну, кажется, что просто прохладно. Тут, в общем, можно собрать устриц, морепродукты и кушать. Угу. Вода чистая. Прям видно дно. Сейчас пойдем по тем скалам. Такая беседка, видимо, вид. Угу. Ну, тут тоже клево, в принципе, по-своему. Везде клево по-своему, я не знаю. Тут нужно быть очень аккуратным, потому что у нас сейчас слёзки очень мокрые. Ем, ребята, ракушки. Ты так взяла фарфоровую. Но... А, я фарфоровую взяла. Они разные? Я хочу зубы сломать. Ну да, мило. Я не хочу ее кусать. Ну да, там с той стороны тоже скала. Можно вообще на скале под палатку поставить. Да. Тут везде классное место. Ты хочешь, ты можешь. Где глазам понравилось. Вообще. Класс. Ты просто так. У нас сегодня походчик. Сколько уже скалорики везде? Шмыганули мы. Вот мы выходим на песчаный пляж. Блин, что хотите?
Еще одна бухта, ребята. Потом будет песчаный пляж. Или так, или вот так. Ребят, шагать не очень-то близко, смотрите. Вон еще надо преодолеть. Вот. Это мы уже прошли. А кто красная палатка, мы идем. Да, тут кто любит все такое. Трэш и мыши. Добро пожаловать. Трэш полазить, да? Да. Так, ребята, я спускаюсь. У меня еще груз пакет. Сергей-то думал, все взял мой пакет. Ой, какие камни, смотрите. Я сейчас... Это яйцо страуса. Это для бани, короче. Смотрите, это я же спас Алоны. Что такое, яйцо страуса. Ребят, вон уже видим песочек. Ну вот это такая уникальная. Там тепло. До заката вам показать, потому что уже скоро закат. Да, да. Не видно, да? Вот уже песочек начинается. Смотрите, как волны выбили камни, загладили. Песочек, смотрите, как будто кто-то насыпал его здесь. Реально. А? Прикольное место от этой бухты. Ой, какой классный песок. Вот это крутая бухта. Здесь на песке можно и палатку скинуть, да? Ребят, смотрите, какой шикардос. Все другой. Маленько навернулись, да? Все. Ну, потому что мы с воды, и тут там и скользкий, и татушки скользкие. Вау, тут, ребят. Тут вообще другой вид, тут, ребят, да. Тут другой мир. Вот природа все-таки, матушка. Вот песок такой. Офигеть. Охренеть. Это вот отсюда мы я пришли. Я бы с чем покажу. А что, мы уже можем купаться, в принципе. Да. Блин, классно. Я веду. Блин, ну здесь мне нравится. Да. Ага, я снял его. Ребята, сюда стоит пробраться через эти камни, через гальку. Песок такой рыхлый. Да? Угу. Что, мы, может, там переоденемся? Вода. А? Вода. Пошли переоденемся. Лодочка одинокая. Короче, это пляж Баунти. Да. Представляете, солнце, день вообще классно. Мне кажется, или здесь вода теплее? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее.
Короче, надо в воду идти. Тоже начинаются камушки. Небольшая бухточка такая. Ну, в общем, ребят, вот тут еще, оказывается, дорога есть на самом деле. Вот тут речка. И вот она, дорога. То есть можно было пройти. Если Дима съехал, да? Которая... Сейчас на том пляже такие буи, много было, только большие, так я думаю. Вода соленая. И чистая. Ребят, класс, короче. Вечером вода реально теплая. И соленая, и очень-очень чистая. Да, здесь чистая вода. Да. Хотим спасать? А? Или это не спасатели? Это не спасает. И не замерзаю. Я вот в одной кофте и без штанов. На самом деле, да, ветер такой теплый. Его ребята практически нет, но он такой есть. Да. Вообще. Вот смотрите как. Какая я. Best. Здесь такие пейзажи вообще. Там за камнями. И самое интересное, что вот здесь камни, а на следующей бухте один песок. Это очень... Природа такая все-таки интересная. Творческая натура. Необычная. Да. Блин, это вообще круто. У нас как раз таки закат, но облачно. Да. Его не видно, к сожалению. Да. Солнце. От слова вообще. Мы на острове. В общем, мы на олейнике. Жарим картошку. На ракушечном пляже. Волна, море, остров. Начинает рассеиваться облака, появляются звезды. Там, в общем, там Япония, там Корея. И тут вот на таком маленьком островочке мы. Круто. Ну тут еще ребята там отдыхают, здесь, там.
Да, у нас сегодня локация здесь. Нашли такое большое бревно, ребята, и поставили типа костра. Вот так. Там штаны сушу я. Вот оно такое длинное-длинное это бревно. Мы, чтоб не париться, принесли его. И сидим вот так вот возле костра. Можно всю ночь сидеть. Прямо на берегу. Ну вот у нас идут сборы. Процесс упаковки. Да, ребят, у нас в 7:30 отъезд на пароходе. Но чайник мыл, отмыться не может. Оно реально не отмывается. Понегретел. Угу. Ребят, в общем, море шикарное. Можно, в принципе, и искупаться. Угу, вода тёплая. Но у нас времени. Времени нету. Да, пресс. Да, сейчас время. Начало 7:00. Нужно еще и успеть дойти со всем этим. Вода теплая, я сейчас проверяла, умывалась. И она очень чистая. Так что, ребят, всем доброго утра. Скажи. Феномен. Мы вам не смогли снять, к сожалению. Было вчера очень темно ночью. Но я только увидела по телевизору. И не думала, что здесь тоже такое возможно. Сережа, я хотела рассказать. Ребятам рассказывать, что мы вчера, когда вечером купались и не смогли снять этот феномен. Это было что-то. Это волшебство, реально. Ядерная вода. Мы реально снимали на телефон, ничего не снялось. На GoPro ничего не видно. Ну, видно, так сверкает. И это знаете, что... Вот вы видели, когда вы купаетесь, и сверчки... Ну, типа вода светится. И здесь то же самое было. Мы купались, и вода светилась. Сергей уплыл, он так руками размахивает. Я его вижу, он как будто с подсветкой плавает. Я не знаю, как, почему здесь вот так произошло, что это. Сегодня узнаем, может, у местных жителей. И вода настолько чистая, все видно. И когда плаваешь с подсветкой, вода светится. Это какие-то, может... Эффект Фукусимы мы его назвали. Эффект Фукусимы. А, ну, Сергей говорит, потому что в Японии там выбросили ядерные какие-то отходы, возможно, поэтому там, ну, он, наверное, шутит. Но то, что тут тоже вода светилась сегодня ночью, не знаю, что произошло, но... Как ночью, до 12 это где-то было, начало 12-го мы купались, и все светилось, мы плаваем с подсветкой. Представляете, вообще круто. Я такой в фильмах видела, но сегодня мы испытали на себе. Все, ребят, мы будем собираться, упаковываться и топ-топ на пароход. Бай. Там ребята тоже собираются, видимо, на пароход. Ребят, ну что, ждем посадку на пароход. Москва. Кстати, вот здесь какие-то военные, видимо, укрепления, там вход. Ну что, здесь везде были военные укрепления, посты. Сидим, ждем парохода на лужайке. Не пароход, а посадку. Таня, он лопасит. Угу. Завтрак. Кстати, ребят, побывать во Владивостоке и не попробовать милкис. Это не реклама. Это неправильно. Ну это, короче, такая вот штука, корейская. Прикольная, вкус. Типа молоко с газировкой, но прикольно. Запускают конвертик. Честно, у нас 14 По старой традиции вернемся. Да, ребят, у нас через 10 минут отправление вот на пароходе. А Сергей решил искупаться. А я стою, переливаю. Если мы опоздаем на пароход на этот, то он будет, этот пароход, только завтра утром. Нам еще надо тут завтра жить. А у нас уже продуктов нету.
люди уже заходят на паром. Я так переживаю. Ну, я думаю, мы что, успеем, вот оно, обратно. Ну, вода реально классная. Такая чистая, да? Тут чистая вода вообще, вода, да? Чистая. Вообще чистая, ребята. Что, теплая? Утопленный корабль. Видишь, море с тобой тоже играет. Играет, да. Теплая, да? Теплая. Тоже хочу нырнуть, но я не успею. Надо было раньше приходить и покупаться. Ребята, на дворе середина сентября, а мы купаемся во Владивостоке. Пока теплая. Она теплее, чем на улице, да? Да. На улице холоднее? Даже. Ну, не так холоднее, но все равно. Так, все, погнали. Все. Да. Мы одеваемся, ребята, пока-пока. Все, ребят, пока-пока. Успели. Ребят, йоу, мы на кораблике. Успели. Все. Короче, Робинзоны, мы как Робинзоны заросли на островах. Мы уже какой день на островах живем. С Китая. Ну, зато прикольно. И черные там, руки. Которые не отмываются. Не отмываются, на самом деле. Это просто сейчас в море быстро-быстро чайник мыли и чуть-чуть отмыли его. И руки запачкались. Ну, а в палатке на самом деле клёво жить, и высыпаешься, и такое состояние, вообще релакс, да? Да, вообще классно, ребята, вот на самом деле и пасмурно, но ветер тёплый. Вот сейчас я окунулся прямо здесь на пирсе, вообще вода шикарная, прозрачная, теплая, и сразу бодряк, ну как бы она такая, бодрит все равно, ощущается там градус. Классно. Mm-hmm. Так что вот, ребят, кто-то с собачкой едет, слышите голоса. Да, в общем, народ едет. Mm-hmm. Но, как мы поняли, на острова только летом ходят. Сейчас осенью уже сезон закрывается. И все. Пароход через неделю, сказали, вообще не будет вроде ходить. А как люди будут добираться? То есть люди здесь как на даче. Люди все. Ездят как на даче, да. Вот успевает там сейчас огород. Кто-то может и остается, но тут еще маленький паромчик ходит с русского. Вот они, наверное, через него добираются. Через Попов остров, да? Да. Mm-hmm. А здесь все, навигация закроется вроде. Mm-hmm. Вот. А так, если паром бы ходил, то люди, может быть, и жили. Mm-hmm. Если бы он два раза еще в день ходил, утром mm-hmm. уехал на работу в город, допустим, вечером приходил. Но было бы удобно. А так пароход ходит один раз утром в 7:30 уезжает и только через день приедет. А в выходные он туда, в воскресенье, да, получается? Два раза в день. И утром... Да, субботу, воскресенье вроде. Да, в субботу, воскресенье два раза. А так... Вот. Все, ребят, мы поехали. В общем, ребят, осталось 5 минут. Да, у нас отправление. Все, стартуем. Сейчас еще поснимаем с палубы там красивые места по дороге. Сейчас на работе. Ну и все. А еще у нас во Владивостоке куча мест. Придется еще приезжать третий раз во Владивосток. Да, в принципе, мы даже вообще вот... Ничего не успеваем. Ничего не успеваем. Еще много мест. Ну, кое-что посетим, еще покажем. Много мест. На самом деле, которые здесь столько островов, всяких мысов. Фиоленты, Шамара. Здесь надо жить, Стекляшка. Чтобы все показать вам. Ну все, ребят, двигаем на палубу. Все, отчаливаем.
На остров. Мы прибываем на остров Сапфо.